Еще раз меня трогает. Вот как вы только что делали? То есть рука прикладывается? Да? Нет, спасибо. Я сейчас попрошу обеспечить безопасность. Зачем снять эту проблему? То есть все едут красные и белые, дорога разбита, без хозяина. Еще одну руку прикладывается. Мы договаривались с Вадим Николаевичем, что все без хозяина и дорога цепальные. Они устали уже, караул устал, не хватает. И сейчас зимние содержали, и летние содержали. Однозначно. Такое уже. Мы еще прошлого года туда обращали, чтобы они нам решили, почистили дороги, отремонтировали. До сих пор еще не делали. Лето прошло, зима началась. Ждем следующего. Конкретный адрес такой. Быстринская 20, все то же адрес. Быстринская что это с того? Вадим Николаевич, мы еще раз говорим, вы же сказали, что мы зимнее содержание в этом году взяли, и этим летом выделили средства, я закончу, и этим летом выделили средства и отремонтировали дорогу. Замечательно, сейчас подождите минуточку, а вы планируете оформить ее в муниципальную?